Москве извержения, конечно, не обещают, но погода все же не очень. Синоптики грозят похолоданием, аж до 2 градусов тепла все-таки. Осень покажет москвичам свой суровый нрав совсем скоро, причем если завтра, в понедельник, в столице будет почти лето, то уже к середине будущей недели в Белокаменную ворвется арктический фронт, и из-за него пройдут холодные дожди и подует ветер северный. Температурный режим буквально обрушится, и к середине недели ночами понижение до 2-7 градусов. Это очень холодно для середины сентября.